устала. Такое лицо детское. Знаешь, какое лицо? Помнишь фотку, когда нам обрабатывал тот фотограф, когда замазал вокруг глаз, у тебя такие маленькие глазки были. Такое же почти. Моя маленькая ебала. Мне пизда. У меня хоть маленькая, у тебя страшная. Нет! Нет! Всё. Пока. Давай, я занимаюсь своими делами. Мы вообще-то обещали прямой эфир выйти, вот мы вышли. Ай, ну пообщаемся. Подожди, давай. Блин. Ла-ла-ла-ла. Я похож на инопланетянку. Ла-ла-ла-ла. Какие-то глаза узкие. Если ты еще и это выложишь, Аня, вообще обижусь. Короче, я буду делать влог с Турции вот на днях. Ой. Она выкладывает все видео классные, сучка такая. Я выкладываю свои. Это не все твои. Вот это вот там, где мы... Я тут одна, я обрезалась. А, да пошла ты оттуда! Все, Аня, уйди, я с тобой вообще не общаюсь. Я сказала, если ты это выложишь видео, тем более еще и обрезанное, я с тобой вообще разговариваю. Ты больная, что ли, какая-то? Я хочу выложить себя. В чем проблема? Выкладывай там, где ты одна плаваешь. Вот. А это где? Мы все там, ты не должна это вырезать. Понимаешь? Там их два. Вы в первом видео страшно прыгаете. Покажи где, покажи как. Вот я тебе. Сейчас, секундочку. Себе, вот. Все. Нет! Иди в жопу, дай плакать отдельно. Она выкладывает видео. Она не хочет отравить мои нервы. Неадекватно. Она выкладывает видео, которое... Она выкладывает видео, которое должна оставить влог. Алло. Да задолбал! Вот мама вообще звонит странно, супер странно, я не понимаю. Слезки текли налево, слезки текли направо, слезки текли вверх. Вниз! Слезки текли вниз. Вверх! Вверх! Да хватит уже скулить! Ты будешь выкладывать видео? Ну ладно, это не буду. Нет! Тань, отстань, я хочу выставить! Выкладывай то, которое ты вот первое сделала. Все, одно. Ага, конечно, конечно. Одно! Тань, дай подушку. Нет. Видео выложишь, не выложишь, дам. Ну, я без подушки полежу. Аня! Я сказала. Все. Я хочу выставить вот это тоже. Нет! Да. У меня голос все послушает, это все ты. Ну реально, послушайте на мой голос. Я не могу. Врача, вызовите врача. Пожалуйста, Аня, выкладывай видео. Пожалуйста, Таня, иди в жопу. Она мне еще и послала. Я буду плакать. Ань! Выкладывай видео. Она меня еще там вырезала. Она вырезала всех там, всех. Блин, мне реально голос сел.
Ань, ну не выкладывай видео, пожалуйста. Эти креветки отварю. А я сама все отварю. Я чайку сдам 10 раз подряд покурить. Ну, пожалуйста, не выкладывай видео. Аня. Ань, пожалуйста. Я сказала. Не выкладывай хотя бы это видео. Хорошо, это я не буду выкладывать. Не надо как мышь там смеяться, понятно? Задолбаешь, реально, блин. А то одно только выложить. Да, конечно, нет, я хочу другое тоже выставить. Не пищи! Ладно. Блядь, так грустно, пиздец. Вообще прям, блин. У меня депрессия. Депрессия, она хочет выкладывать все видео этого мира. Ой, как же ты меня достал, пожалуйста. Ты офигела так не говорить? Я сейчас реально на тебя обижусь. Не надо. Тупица. Не, это реально, это вот это шутка шутками, обида. Да, пожалуйста, давай, ну, серьезно, не перегибай палку. Нет, я серьезно тебе. Я тоже сейчас серьезно. Я обиделась. Я тоже. Ты всегда в свет обижаешься на меня. Я, блядь, обижаюсь всегда, когда я обижаюсь. Она такая тоже сразу обижается и со мной не разговаривает сутки. Пиздец, это вообще-то я первая обиделась, да, как бы? Да, как бы. Так и живем. Пиздец. Кто тут все пишет? Что происходит? Понимаете? Дебилизм, правда. Вот что происходит. Не дебилизм, я просто обиделась. Она просто хочет оставлять видео, которое я хочу включить во влог. Она их хочет выставить и показать. Я сказала! Я не эти хочу выставлять. Слышите, как у меня голос из-за нее сел? Да какая разница, ты будешь их все равно выставлять. Да. Выставишь после влога, Ань! Да твоего влога ждать неделю целую. Не неделю, я хочу, давай завтра сделаю сеанс и завтра сделаю влог ночью, буду сидеть делать влог. Угу. Потерпи! Я сказала. 2 дня. Я сказала, все. Зланя. Я удалю ночью, пока ты будешь спать. Слышишь? Слышу! О чем мы орём? Не надо. Дай-ка, у меня, ты же знаешь, что у тебя почки нездоровые. Несварение. О, они не сварение из моих котлет. Ладно, это шутка. Я прекрасно готовлю котлеты. Идеально. Вообще идеально. Ну так, идеально. Кто здесь хозяйка? Я хозяйка. Ну, потом меня пучит тотально. Не ври! Идеально. Блять, один раз было. Причем у меня все нормально. Не знаю, там что у него, блядь, она где-то вточила, блядь, шоколадку пропавшую свою. Ага, конечно. Угу. Я ничего не убила. Ой, ребята, рассказывайте какие-то... У меня голос охсип, понимаете? Живёшь с этим человеком, блядь, можно реально посадить голос, блядь, свои почки, нахрен, нервы. В жопу. Да, я сейчас пойду. Да, не ставьте лайки, эфир включит. Ставьте лайки лучше в профиль мне. Пожалуйста. Вот после эфира пролайкайте меня, пожалуйста. Буду всем благодарна вообще от души. Вот дай Ане подушку, если что, это слово пишется вместе. Ой! Я тебе сейчас дам! Не вставай! Твои 5 копеек! Ты хочешь выложить видео? Ты вообще не в твоем положении. Мы сегодня будем. Я сказала. Дим! Будем! Я тебе сказала! Нельзя! Вот так и происходят ссоры. Все так все лайкают. Мне мало. Лайк. Больше. Уже давно лайкнул. Спасибо.
Привет из Таганрога. Сохраним эфир. Можно попробовать твои котлетки? Приходи, когда татуировку будешь мне делать, я тебя накормлю. Это что был за смех? А? Да это где-то. Она еще не на мной смеется, сука! Да не над тобой! Вот именно, что не надо мной. А я очень смешная. Иногда. Когда не злая. Ой. Где весь Дагестан лайкает? Ой, как мило. Спасибо. Кем вы работаете? Мы, да и так. То там, то сям. Футболки продаем. Кстати, берите футболки наши. Классные такие. Сама таскаю. Иногда. Таня, как же я тебя понимаю? Самое главное, не ври самой себе. В плане, я не поняла. Твою мышь, ты слишком сасная. Сасная, в смысле, сосалка? Аня, сасная ты. Чё? Ты сасная. Ты сасная. Сасная. От слова сас. Иди в блогеры. Ты как-то... Не знаю. А что с качеством вообще, да? Вроде норм. Так, кто мне написал про футболку? Напишите мне в директ. Про футболку отправляли или нет? А, все, во всех планах будет искренне. Хорошо. Ты будешь общаться с людьми или нет? Да, сейчас. Она променяла, понимаете, ленту. Ленту, да, листает. Вот то, что пальчиком делает. На общение с нами. С нами. Я сейчас смотри, слеза плачет реально, течет. Быстрее. Все, я вытерла ее. Вообще просто ноль эмоций, ноль внимания. Спрашивали про футболки. Спросите еще раз в директ, потому что у меня все вниз уходит, пожалуйста. Арара. 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 Аня, ты любишь Таню, спрашивают? Молодцы, что спросили. Ну? Что ну? Ты можешь мне ответить, ты меня любишь как подругу? Петра? Ну? Немножко. Ах, сука! Твои вот эти, блин, тяги. Ты даже тяги меня! Сука, напугала, блин. Сама истеричка тоже. Земки, блин. Они мне сегодня один правый глаз пыталась выдавить, пока я лежала. Он тебе не нужен. Нужен. Что там? Смотри, леща плачет, течет, сказала Таня. О, блядь. Давай вот так. Я пойду креветки варить. Общение как-то. Здравствуйте. Всем привет. Что пишут? А есть доставка в Калининград? Есть по всей территории РФ доставка. Это же РФ? РФ. Лично Таня доставляет. В Питере есть? Что за педик пишет? Где? Что, где, что? Вот. Эвил Буре, кстати. Они все какие-то неадекватные. Когда спать? Час скоро. Чё ты зевала? Не надо зевать так. Давай ты хотя бы тут ущемлять мои права не будешь? Тут? А где можно? Нигде. Аня. Общаешься с Зариной? Да, с Зариной общаюсь. Что с локтем? Ой, это, блин, ударилось вообще жестко.
больно было, кстати, да. Мне просто с прогиба кинули. Мало кинули. Почему вы спрашиваете ваши вещи, блядь, я почитала? Что? Вопросик прилетел пиздатый. Угу. Я вас люблю. Вы пищ. А с любимой Милос общаешься? А? С любимой Милос. Да не ворочай так башкой, пожалуйста, не грудную клетку давишь. Все. Ты не мешает мои локоны? Да нет, как бы они так везде. Они по всей квартире. Неправда. Правда. Но не по всей. По всей. Нет. Да. Угу. Я их собирала. Даже на люстре. Бля, чё? Как они там оказались? Не знаю. Педро. А. Педро. Вы пиздаты должно было быть. Должно было. Вы пиздаты должно было быть. Я скучала по вам. Маленькая сердечка. У меня ногти отросли, прикиньте. О, я сейчас тебе ногти накрашу. О, Аня, ты тиран. Неправда. Хотите квартиру купить? Я самая добрая в этом мире. Хотим, конечно, никто не хочет. Ага, покажите мне того, кто не хочет квартиру. Что надо, чтобы работать это мастером? Обучают или все остальное? Нет, ребята, обучение это все шляпа. Сами учитесь. Серьезно, говорю, только деньги потратите. Гоф, правда ли действие? Нет. А чё нет? Когда да? Все, пойду креветки делать. Нет! Ладно, пошли я с тобой. Что у меня реально какой-то, посмотри, какое качество ебаное. Протри чуть-чуть экран. Сейчас я вас протру. Нет. А, просто к свету надо было, может, подойти. Реально. Нет, Ань, реально, что с камерой? Короче, я сейчас перезайду в эфир, я не понимаю, реально не понимаю, что-то происходит с пикселем.